В Наринмаре открыли главную новогоднюю елку в Ненецком округе. На Марацее прошло народное гуляние, на котором зажглись огни на всей площади. Основным событием вечера стали развлекательные программы для детей. Долгожданное открытие новогодней елки в заполярной столице состоялось накануне. На площади Марацеи для жителей и гостей города развернулось целое представление. Вместе со сказочными персонажами танцевали, играли в снежки и пели песни. И вот он, самый главный момент торжества – зажжение огней на новогодней красавице. Чтобы ель и площадь города озарились яркими гирляндами, гостям праздника пришлось изрядно постараться. Сначала станцевать, а затем еще и спеть. Ну а в финале громко прокричать знаменитую фразу. Оставив все свои новогодние дела с песнями и танцами, на площадь Марацей пришли и главные герои праздника – Дед Мороз со Снегурочкой. С гостями праздника они тут же пустились в дружный хоровод. Подготовка к открытию главной елки Ненецкого округа шла нешуточная. Уже за месяц коллективы Дворца культуры «Арктика» начали придумывать сценарий, шили костюмы и готовились к встрече с детворой. Такая замечательная елочка зажглась наконец-то. Мы столько пытались, но зажглись. Кстати, в этом году на центральной площади столицы региона установили новые праздничные конструкции. Светящиеся тоннели, ненецкие чумы, новогодние шары и две горки для катания. Жителям города такие изменения пришлись явно по душе. Ну, поменяли, добавили чумы. Этого как бы не хватало. Чумы очень классные. Чум – это символ нашего округа. Очень замечательный праздник, очень все нравится. Классная движуха, классные детишки, классный Дед Мороз и Снегурка. Очень так красиво и необычно, не как обычно. Чувствуется Новый год? Да. Уже да. Организаторы молодцы, все постарались, все красиво, вообще отлично, детишки выступили хорошо. И самое главное, настроение новогоднее. Насладиться праздничной атмосферой и вместе встретить Новый год – все это предлагают сотрудники Дворца культуры «Арктика». Традиционно на площади Марацеи развернется гуляние с праздничной программой, музыкально-пиротехнической постановкой и дискотекой. Мероприятие стартует в час ночи и продлится до 5 часов утра 1 января. Илья Сахаров, Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».